дальше. Жизнь словно океан, невзирая на шторм и штиль, мы плывем будто по волнам, по намеченному пути. Есть у каждого цель впереди, каждый ищет свой ориентир. Путеводной звездой гори, веди, Фаберлик. К успеху за горизонт, туда, где солнце встает, где самый яркий рассвет, и ты на модной волне. К победам на парусах, забыв сомнения и страх, перед тобой целый мир, ведь ты для всех ориентир. Плыви навстречу ветрам, веди команду к мечтам. Удача манит и ждет, Фаберлик, полный вперед. Наша жизнь – приключение. Не плыви по течению, задавай направления, создавай вдохновение. Будь на гребне высокой волны, словно птица над морем вали. Пусть летят твои корабли к мечте. Солнце встает, где самый яркий рассвет, и ты на модной волне. К победам на парусах, забыв сомнения и страх, перед тобой целый мир, и ты для всех ориентир. Плыви навстречу ветрам, веди команду к мечтам. Удача манит и ждет, Фаберлик, полный вперед. Сомнения и страх, перед тобой целый мир, и ты для всех ориентир. Плыви навстречу ветрам, веди команду к мечтам. Удача манит и ждет, Фаберлик, полный Добрый день, дорогие коллеги, партнеры компании «Фаберлик». С вами сегодня я, меня зовут Наталья Жук, национальный директор компании «Фаберлик» Республика Беларусь. И сегодня на нашем прямом эфире я расскажу вам пошаговый алгоритм действий, благодаря которому каждый из вас сможет активно включиться в денежную акцию от компании. Я передам вам опыт драгоценных директоров и не только, благодаря которому вы сможете увеличить свой товарооборот. И, конечно же, в самом конце нашей трансляции вы сможете задать мне вопросы. Мы понимаем, то, что вопросов будет много, поэтому они будут отобраны для категории от 19 до 23% наших лидеров. И, соответственно, я вам на них дам ответы. Итак, давайте же будем приступать. Мы прекрасно знаем то, что компания для нас объявила денежную акцию, которая будет действовать еще 7, 6, 7, 8 и 9 каталог. И наша с вами задача, как лидеров и руководителей
руководителей своих структур, конечно же, по максимуму включить всю нашу структуру и, соответственно, увеличить свои объемы. Итак, каким образом мы будем с вами внедрять нашу акцию? В первую очередь, вы, как руководители своих структур, просто должны обязательно донести эту информацию для всей своей команды. Каким образом информировать структуру можно? Конечно же, через вебинары, через общение с вашими лидерами, когда вы доносите информацию до лидеров 9-15%, а они уже коммуницируют с вашими лидерами 3-6% и, конечно же, потребителями. И, соответственно, через информационные чаты. У каждого из нас с вами есть огромное количество чатов, и там нужно напоминать об этой акции очень часто, для того, чтобы все просто-напросто про нее знали. И еще один важный инструмент – это проведение вебинара по плану роста. Что же это такое, конечно же, я вам расскажу. Итак, приступаем сперва. Наша задача – правильно преподнести информацию об акции на 1000 рублей. Сейчас на слайде вы видите подробные условия. Это для тех, кто немножечко призабыл или вообще про эту акцию ничего не знает. Зарегистрируйтесь на сайте faberlic.com и на специальный счет для оплаты в личном кабинете вы получаете денежную сумму в размере 1000 рублей. Для того, чтобы ей воспользоваться, вам необходимо сделать заказ на 2000 рублей, и, соответственно, тогда 1000 вам спишется. Если же вдруг у вас заказ в первый каталог после регистрации был менее чем на 2000 рублей, не стоит отчаиваться, у вас еще есть два каталога для того, чтобы воспользоваться данной акцией. Текущий в момент регистрации и следующий. Именно в таком ключе нужно обязательно подробно разнести информацию по вашей структуре, чтобы каждый лидер об этом знал. Далее. Далее поговорим с вами про вебинар по плану роста. Необходимо обязательно вам, как руководителям ваших бизнес-структур, его провести. В чем же его суть? Сейчас на наглядном примере мы вам покажем, как это можно сделать. Обратите внимание на слайд. Когда вы приглашаете людей в свою команду, конечно, мы хотим, чтобы они у нас с вами росли и развивались. И вот вам наглядный пример. Каким образом можно за 4 каталога преподнести информацию вашему новому клиенту или бизнес-партнеру, для того, чтобы он за 4 каталога сделал прирост на 1000 баллов. Обращаем ваше внимание, итоговая цель – 1000 баллов. Текущий результат, естественно, ваш бизнес-партнер, который приходит к вам в команду, он должен делать личный объем 50 баллов. Поэтому мы с вами делаем очень простые математические действия. От 1000 баллов отнимаем 50 баллов его личный объем, и получается то, что вашему новичку нужно сделать 950 баллов прирост. Конечно же, вначале эта цифра большая. Теперь мы 950 баллов с вами делим на 4 каталога. 950 делим на 4, получается всего лишь по 240 баллов необходимо сделать прирост каждый каталог. Это наглядный пример, вы можете своим новичкам предлагать абсолютно разные ситуации, когда у него может быть прирост 600 баллов, 1500 баллов или сразу показать ему путь к уровню директора. Обращаем внимание на следующий слайд. Теперь вам необходимо обязательно рассказать вашему новичку, каким же образом он может делать прирост по 240 баллов в каталог. Обращаем внимание, для этого ему необходимо каждый каталог приглашать всего лишь по 16 новичков, которые будут включаться в акцию 1000 рублей. Мы сделали непростые расчеты, и получилось то, что когда новичок регистрируется, делает заказ на 2000 рублей, у него 1000 списывается, приблизительное количество баллов он получает за текущий заказ – около 15 баллов. И поэтому простые математические действия нам показывают то, что если 16 человек делают по 15 баллов, тогда в период действия каталога ваш новичок и делает прирост 240 баллов. Плюс его личный объем 50, и получается в конечном итоге за первый каталог он получает 290 баллов. Согласитесь, очень хороший результат. Наступает следующий каталог. Задача вашего новичка вновь обязательно приглашать по 16 новичков, которые вновь будут включаться в текущую акцию. И смотрим с вами в самом низу, у него вновь уже был прирост по прошлому каталогу 290, в текущем он получил прирост 240 и получилось 530 баллов уже на второй каталог после регистрации.
Конечно же, у вас возникают вопросы, а каким же образом удержать тех новичков, которые уже пришли в компанию и в предыдущих каталогах сделали свои заказы? Как это сделать, мы тоже вам сегодня расскажем на нашем обучении. И вот таким простым образом, всего лишь работая 4 каталога и выполняя простые пошаговые действия, приглашая по 16 новичков в каждый каталог, которые будут делать минимальные условия для получения денежной акции, ваш уже лидер сможет выйти на уровень 1010 баллов. Согласитесь, просто потрясающий результат. Повторяем то, что это, конечно, все индивидуально, вы можете расчет делать для своих структур абсолютно в разной последовательности. Теперь у вас наверняка возникает вопрос. Хорошо, мы распланировали, а где теперь взять этих новичков? И, конечно же, у нас есть ответ для вас. Обращаю ваше внимание, запомните то, что с 8 по 12 апреля в 12 часов по московскому времени каждый день у нас пройдет специально для вас и для ваших структур рекрутинговый марафон, где на протяжении 5 дней огромное количество лидеров будут делиться с вами своим опытом, своими наработками, каким образом они качественно рекрутируют и, соответственно, какой они получают результат. Очень хочу, чтобы вы обратили внимание на этот рекрутинговый марафон, потому что это просто шикарный инструмент для вашего роста. Конечно же, вы можете занять позицию просто наблюдателя, то есть прийти на марафон, послушать его, но не принимать никаких действий. Также вы можете взять позицию участника, то есть того человека, который придет, будет слушать и будет пытаться что-то делать. И я, конечно, вам рекомендую, как организаторам своих бизнес-структур, именно взять позицию лидера. Для того, чтобы быть лидером, сейчас я вам расскажу, каким образом это правильно сделать. Подготовьтесь заранее к марафону, пропиарьте его в своих чатах. Сделайте обязательно отдельный свой личный чат, куда вы соберете всех лидеров, которые захотят принять участие в текущем марафоне. Пиарьте каждого спикера, делайте сопроводительные документы, делайте какие-то домашние задания, а возможно, вы захотите сделать и рейтинг лучших результатов тех участников, которые примут участие в вашем марафоне, именно в вашей структуре. Правильно, вы можете их хвалить, вы можете делать какие-то дополнительные еще акции для того, чтобы ваша команда обязательно приняла там участие и получила замечательный результат. Я вам, конечно, настоятельно рекомендую сделать марафон 7-дневный, несмотря на то, что у нас идет марафон 5 дней, вам сделать 7. Почему? В первый день вы можете собрать команду в один чат, вы можете с ними перезнакомиться, чтобы все участники знали обязательно друг друга. Обязательно, конечно, придумайте какую-то фишку, которая их будет толкать вперед. Возможно, это будет какой-то бонус по окончанию марафона и подведение промежуточных результатов, какой-то рейтинг для того, чтобы у ваших участников было больше стимула в нем принять участие. Обязательно расскажите, какие у вас будут правила работы в вашем чате, и, соответственно, следующие 5 дней уже работайте с вашими участниками по марафону, внимательно слушая опыт каждого спикера. И на последний день, 7-й день вашего личного уже марафона, вы можете просто подводить итоги, хвалить и награждать лучшие результаты в вашей команде, и вот именно с таким подходом, уж поверьте, у вас обязательно будет результат. Также для помощи вам, чтобы у вас еще все проще складывалось, мы подготовили для вас огромное количество дополнительных инструментов. Итак, мы подготовили для вас пример тематических тестов, которые помогут вам дальше закрепить вашего новичка в вашей структуре, потому что первый заказ он у нас сделает для того, чтобы получить денежную акцию, но наша с вами задача, чтобы он остался у нас постоянным клиентом, чтобы он у нас не сделал разовую покупку и на этом сотрудничал. Закончилось. Нет, нам очень важно, чтобы он полюбил продукт и постоянно был и работал вместе с нами. И поэтому, чтобы его зацепить, конечно же, нам нужно провести некий тематический тест для того, чтобы узнать, какие у него преимущества, что он любит пользоваться, какой у него тип кожи и так далее. И примеры таких тестов мы вам дадим.
Также, конечно же, когда вы проводите тест, вы уже узнаете предпочтения данного человека. И, естественно, тогда вы сможете уже ему предложить свою продуктовую корзину. То есть, соответственно, чем он может пользоваться, исходя из выявленных потребностей. И примеры таких продуктовых корзин вы также получите. Чек-листы для продажи комплексов продукции, скрипты общения, это также будет в будущих наших с вами вебинарах. Индивидуальные программы по уходу за лицом для разной категории людей. Ну и, конечно, презентации наших вебинаров, которые вы можете использовать уже для проведения подобных вебинаров для своих структур. Итак, в чем же наш алгоритм нашей работы? Первое, что нужно сделать, качественно провести и правильно произвести алгоритм первого заказа вашего новичка. Обратите внимание, это очень сложный процесс, и нужно сделать все по пунктам и по полочкам для того, чтобы не было никаких ошибок. Итак, первое. Активировать регистрационный номер вашего новичка. Вы, как наставник, просто обязаны ему в этом помочь. Следующий пункт – это выбрать пункт выдачи продукции. Не отправляйте своего новичка в одиночку этим заниматься. Вы, как наставник, должны предложить ему разные варианты, где ему удобно обслуживаться, и, соответственно, обязательно объяснить, каким образом он может оплачивать свой заказ. Следующее – ознакомиться с каталогом, акциями и бонусами. Здесь вы просто необходимы, потому что когда новичок открывает каталог и видит огромнейший ассортимент компании, на самом деле он может растеряться, и вы, как наставник, конечно же, должны ему в этом помочь. Обязательно вы должны либо вместе оформить первый заказ, либо как наставник после оформления заказа вашим новичком зайти в отчеты и посмотреть, а правильно ли ваш новичок сформировал свой заказ, потому что вновь у новичка могут быть ошибки, и ваша задача как наставника эти ошибки исправить. Далее идет у нас оплата заказа. Как забрать заказ на пункте выдачи продукции? Обязательно нужно это проконтролировать и обязательно нужно узнать у вашего новичка, как это прошло, забрал он заказ, что ему понравилось, какие у него отзывы о продукции. Простой алгоритм действий, который вызовет доверие у вашего новичка к вам, и непременно он уже будет замотивирован далее делать покупки. Но все же мы, конечно же, будем его подталкивать к этому, и поэтому система удержания нашего клиента будет следующая. После первого оформленного заказа, то есть когда у нас уже с вами новичок принял участие в денежной акции, получил свой денежный бонус, далее мы переходим к прохождению нашего тематического теста для того, чтобы выявить его дальнейшие потребности. Потому что, повторюсь, наша с вами задача обязательно не просто, чтобы новичок воспользовался акцией и это была его разовая покупка. Нет, наша с вами задача сделать так, что, чтобы новый консультант полюбил наш продукт и постоянно уже был с нами. Поэтому мы ему предлагаем пройти тест для того, чтобы выявить его потребности. И уже исходя из того, какие мы получили ответы, мы подбираем для него индивидуальную продуктовую корзинку. Мы предлагаем ему тот продукт, который ему уже необходим. Согласитесь, это отличная идея. Обязательно нужно проверить для того, чтобы ваш новый консультант забрал все подарки, которые он должен был получить по итогу прошлого каталога. Потому что мы прекрасно уже знаем, то, что для того, чтобы забрать заказ, необходимо сделать минимальный заказ в следующем периоде. Это важно понимать и рассказывать своим новым консультантам. Далее нам нужно рассказать выгоды и возможности стартовой и накопительной программы. Подготовьте какие-то дополнительные скрипты, используйте листовки, какие-то дополнительные видеоролики для того, чтобы донести новому консультанту о следующих его возможностях, потому что такая удивительная стартовая программа и накопительная программа далеко есть не везде, а вернее она есть только в компании Faberlic, и про это мы должны рассказывать каждому новому консультанту. После этого мы обязаны рассказать ему про возможности и преимущества личного объема в 50 баллов. Какие же преимущества вы вновь сейчас видите на слайде? Это скидка с 7-го каталога 26%. Естественно, участие в стартовой программе за 99 рублей, когда наш новый консультант может приобретать наборы. Это большее количество баллов по Faberlic Club. И самое главное, то, что это возможность получать выплаты по маркетинг-плану. То есть это возможность
вхождение в бизнес вашего нового консультанта. И, соответственно, с этого периода вы обязаны просто ему рассказать про то, что в компании Faberlic, кроме продукта, кроме шикарных акций, есть замечательная возможность бизнеса. То есть показать ему маркетинг-план, рассказать, что вы можете предложить, показать личные примеры вас, ваших лидеров, либо ваших вышестоящих наставников. Это крайне важно, поэтому не забывайте. Далее, для мотивации ваших команд, естественно, мы вам рекомендуем делать какие-то дополнительные мотивационные акции. Например, пригласи 5 подруг, которые сделают денежную акцию, да, то есть придут к нам для того, чтобы сделать заказ на 2000, чтобы получить этот денежный бонус, и ты уже, как новый наставник, получаешь какой-то дополнительный приз от вашего вышестоящего наставника. То есть вы, как лидеры, можете легко организовывать дополнительные акции либо на приглашение ваших новичков уже какого-то своего теплого круга знакомых, либо же вы можете организовывать акции на личный объем ваших новых консультантов. Это может быть в виде каких-то розыгрышей, либо это может быть все-таки гарантированный приз. Конечно, помните, что акции с гарантированным призом, они сработают намного лучше. Идем с вами дальше. Обязательно у каждого из вас должен быть свой продуктовый чат, для того, чтобы собирать там своих уже потребителей и рассказывать им и о продукте, и о возможностях компании, и информировать о каких-то дополнительных акциях и распродажах. И, безусловно, вам необходимо, если у вас такого чата нет, обязательно его создать, вот, и добавить ваших новых уже консультантов, которые приходят в ваши структуры, в ваши чаты. Но для этого, конечно, нужно продумать всю технологию. Первое, определитесь с мессенджером, куда вы будете добавлять людей, потому что какая-то часть потребителей находится в одном мессенджере, какая-то другая находится в другом, и поэтому, чтобы вашим потребителям было комфортно, я вам рекомендую выбрать 2 мессенджера в разных каких-то, может быть, это WhatsApp, возможно, это будет Viber, возможно, это будет Telegram, то есть вы выбираете там, где удобнее будет вашим потребителям, и добавляете их туда, где они есть, и, соответственно, информацию вы можете просто дублировать одновременно ваши 2 чата, но выбрать мессенджер для этого, вот это нужно сделать, конечно, обязательно. Дальше, определение времени добавления вашего новичка в чат. Что же это значит? Не нужно просто бездумно добавлять каждого вашего новичка в любое время, потому что это будет раздражать всех остальных, кто уже присутствует в текущем чате. Поэтому я вам рекомендую выбрать какое-то время. Возможно, это будет вечернее время. Например, с 6 вечера до 8 часов вечера вы будете знать, что каждый день именно в этот промежуток вы сможете и ваши команды смогут добавлять всех своих новичков в ваши продуктовые чаты. И тогда это будет распланировано, это не будет раздражать других участников чата, и к этому все привыкнут, потому что это для вас уже будет определенное правило. Далее, составьте график дежурств. Что же это значит, я вам расскажу немножечко попозже. Пропишите обязанности дежурного. Один раз в неделю обязательно, как лидер, делайте призыв в ваших продуктовых чатах на акцию в 1000 рублей. Рассказывайте про это как можно чаще и показывайте даже потребителям уже примеры ваших новых консультантов, которые благодаря текущей акции уже добились какого-то результата. Поверьте, это очень хорошо сработает. Ну и, безусловно, проводите дополнительные розыгрыши и на приглашение, и на личный объем, и выкладывайте это очень часто в ваших продуктовых чатах для того, чтобы еще больше мотивировать ваших потребителей. Теперь расскажу вам про дежурство в продуктовых чатах, как это сделать и какие же обязанности могут быть у дежурного. Если в вашей команде уже есть хотя бы 5, а лучше 7 лидеров, абсолютно неважно какого уровня, вы можете собрать их в отдельный чат, распланировать с ними дежурство в продуктовом чате. Даже если у вас их меньше, неважно, любое количество ваших лидеров будет приветствоваться. Каждый из лидеров выбирает себе какой-то ответственный день. То есть получается у нас, чем больше будет лидеров, тем меньше у них будет обязанностей. Если у вас их будет 5, значит, вы можете определить: один дежурит в понедельник, второй во вторник и так далее. И прописывайте конкретно правила дежурного, что же он должен делать в свой дежурный день в вашем продуктовом чате. Это ежедневные отзывы. Обязательно подготовить красивый, качественный отзыв
отзыв от себя, отзыв от души и желательно с фотографией, не с картинкой, взятой с сайта, а именно с фотографией, лучше себя, со своим любимым продуктом. И поверьте, такой отзыв, он намного лучше сработает. Далее, информирование об акциях и каких-то дополнительных распродажах. Это тоже должен делать ответственный дежурный в этот день. Дальше ответы на вопросы. В любом случае у ваших потребителей каждый день возникают какие-то вопросы по использованию продукта, по, возможно, ассортименту продукта. Кому-то нужна помощь для того, чтобы выбрать какой-то парфюм и так далее. И обязанности дежурного в это и входят, для того, чтобы он информировал всех потребителей и отвечал каждому на вопросы. Ну и обязательно взаимопиар продукта. Что же это значит? Когда, например, сегодня вы пишете отзыв, а остальные участники, то есть дежурные, да, вашего продуктового чата, начинают этот отзыв комментировать. Соответственно, тогда получается живой диалог в чате, и поверьте, вашим потребителям это понравится, и тогда они тоже вместе с вами и с вашими дежурными лидерами, которые работают в этом чате, будут также выходить на диалог, будут также еще больше брать продукцию и задавать огромное количество вопросов. Далее вы можете в своих продуктовых марафонах также проводить маленькие марафоны. Конечно, вы марафон можете провести недельный, также вы можете марафон провести на 4-5 недель. Это уже будет зависеть от того, каким образом вы хотите преподносить информацию для ваших потребителей. Если вы боитесь, что ваши потребители начнут массово выходить из вашего продуктового чата из-за того, что будет огромный поток информации, тогда вы можете сделать такой маленький мини-марафон, который у вас будет длиться всего лишь одну неделю. И каждый день вы будете им преподносить информацию о новой категории продуктов нашей компании. Приведем пример. Например, в понедельник вы рассказываете им по уходу за кожей, во вторник вы рассказываете про декоративную косметику, в среду про парфюмерию и так далее. Но если вы понимаете, что ваши потребители уже заинтересовались продукцией, то что они не будут выходить из вашего чата, они задают какие-то дополнительные вопросы, и той информации, которую вы даете им в течение одного дня, им мало. Поверьте, у нас с вами такой огромный ассортимент, что за один день рассказать про уход за кожей крайне сложно. Просто это нужно целый день, с утра и до вечера, все время преподносить информацию. Не каждый столько информации сможет уже воспринять за текущий день. Поэтому я вам тогда рекомендую делать подобные марафоны недельные. То есть целую неделю вы, как лидер, рассказываете своим потребителям про категорию ухода за кожей. Тоже здесь есть несколько моментов очень важных. Не нужно преподносить информацию в течение целого рабочего дня. Это будет раздражать ваших потребителей в первую очередь, а во вторую то, что многие из них работают днем, и поэтому им будет некомфортно слушать ваши сообщения или смотреть видеоролики, которые вы им хотите преподнести. Именно по этой причине выберите вечернее время подачи информации. Например, с 6 часов до 8 часов вечера, вновь в этот промежуток времени, в течение 2 часов, вы рассказываете и преподносите информацию по-разному, то есть не нужно обязательно писать текстом, это будет плохо читаемо, людям будет весьма это неинтересно смотреть. Преподносите информацию голосовыми сообщениями, в виде каких-то видеороликов, обязательно картинок, чтобы это было интересно, ну и, конечно же, текстовых каких-то сообщений. И в течение целой недели рассказывайте ему про тот уход, который ему необходим. Например, в понедельник, если мы берем с вами уход за кожей, вы можете просто рассказать вашим потребителям, как правильно ухаживать за их кожей, для чего необходим дневной крем, для чего ночной, для чего необходимы маски, чем отличаются скрабы от пилингов и так далее. То есть не обязательно сразу в первый день нам нужно рассказывать именно о продукции компании Faberlic. Наша задача с вами заинтересовать потребителя, для того, чтобы он сам узнал, как правильно нужно ухаживать за своим лицом, и, соответственно, сам уже захотел приобретать продукты. В последующие уже дни вы можете также делать акцент по уже профессиональному уходу за кожей лица, для чего это надо, и, соответственно, уже разбить на разные возрастные категории. Начиная со среды, вы можете сделать опрос в продуктовом чате и спросить, у кого какой тип кожи, но обязательно нужно научить ваших потребителей, чтобы они знали, как же им это определить.
После того, как ваши потребители уже рассказали о себе, вы выявили их потребность, вы узнали, какие у них есть проблемы, теперь, начиная уже с четверга, вы начинаете рассказывать им про продукцию компании Faberlic. Как тот или иной потребитель может именно благодаря продукции нашей компании убрать свои какие-то сложности, какие-то недостатки. И точно так же вы можете отработать именно с каждой категории. Декоративная косметика. Рассказать сперва отличие дневного макияжа от вечернего, для чего он вообще необходим и так далее. Работая таким образом, у вас получится приблизительно 5-6 недель, когда вы будете каждый день преподносить информацию вашим потребителям. И поверьте, в конце каждой недели они будут просто засыпать вас вопросами, потому что это очень интересно, когда они понимают, что с ними в чате работает просто профессионал, человек, который действительно понимает в текущей области, который дает грамотные советы, который направляет делать нужные действия. В конце у них всегда будут появляться огромное количество вопросов, и они вам будут безмерно благодарны за то, что вы научили их, каким же образом, благодаря продукции компании Faberlic, они смогут решить какие-то свои проблемы. Поэтому задумайтесь над этими мини-марафонами, потому что это очень хороший инструмент для увеличения и удержания ваших потребителей. Также я вам рекомендую провести мастер-класс. Для тех, кто у нас с вами работает офлайн, конечно, вы можете проводить мастер-классы, используя свои пункты выдачи продукции, либо на дому. Но для тех, кто у нас работает онлайн, вы также можете проводить мастер-классы, используя просто-напросто камеру на своем мобильном телефоне, или в виде вебинара, или в виде трансляции, то есть самое главное их проводить. Как вы будете проводить, это уже не столь важно. Что же нам нужно для проведения мастер-класса? Ну, конечно же, это подготовка. Конечно же, это приглашение гостей, либо это пиар вашего мастер-класса, если вы проводите онлайн в различных социальных сетях, в своих чатах, для того, чтобы в определенный день, в определенное время все его посетили. Дальше. Методика проведения самого уже мастер-класса, также как проводить сам мастер-класс, мы вам тоже предоставим в раздаточном материале уже после наших обучающих тренингов, и вы сможете пользоваться полностью просто в свое удовольствие этим материалом. Поэтому вся методика проведения мастер-класса у вас будет. Но после проведения мастер-класса нужно обязательно подготовиться к работе с возражениями, потому что сразу закончить мастер-класс и подвести уже к регистрации новых консультантов так не получится. Всегда после каждого мастер-класса у вас будут какие-то возражения, и вы как лидер должны быть подготовлены для того, чтобы с ними бороться, для того, чтобы правильно и качественно на них отвечать. Поэтому далее у вас должна быть работа с возражениями, и после окончания каждого мастер-класса я вам настоятельно рекомендую обязательно рассказывать все возможности компании. Для того, чтобы каждый ваш потребитель, для того, чтобы каждый ваш новый консультант знал не только, что в компании Faberlic есть качественный и шикарный продукт, не только, что у нас с вами есть замечательные цены, акции, бонусы и все остальное, но то, что у нас с вами есть возможность строить бизнес и менять свои судьбы. Поэтому рассказывайте про возможности бизнеса с компанией Faberlic также в маркетинге, вернее, при проведении мастер-класса. И уже в конце последний этап, последний шаг – это регистрация ваших новых консультантов. Если вы таким образом будете проводить мастер-класс, как мы вам рекомендуем, то поверьте, они у вас будут соглашаться все, и у вас будет просто 100% регистрация новых консультантов. Также вы, как лидер, должны, естественно, проводить анализ своих действий. По окончанию каждого каталога мы вам рекомендуем, обращаю внимание на слайд, вести свой учет, да, то есть свою систему контроля. Вы можете сделать подобную таблицу на Google диске, либо просто в Excel и вносить туда каждого своего нового консультанта. Вы вводите фамилию, дальше у вас обязательно должна быть дата регистрации или каталог регистрации для того, чтобы вы не путались. Далее вы обозначаете, когда же ваш консультант сделал первый заказ, либо если в текущем каталоге он свой первый заказ не сделал, значит, у него есть возможность
можете еще в следующем каталоге воспользоваться данной акцией. И ставите себе обязательно восклицательный знак, то что ваша задача в следующем периоде с ним еще раз связаться. Далее, следующее — оплата заказа. Очень важно контролировать оплату заказа ваших новых консультантов, потому что вновь многие забывают про оплату заказа, и получается, таким образом они могут просто слететь с акции и не воспользоваться ею. Дальше, следующий пункт — это второй заказ, и самое главное, забрал ли подарок ваш новый консультант в следующем каталоге. Также нужно вести учет. И включение в стартовую программу, и также включение в рекрутинг. Вот эти вот примеры, да, пунктов, которые мы хотим, чтобы вы делали на них акцент. Конечно, у каждого из вас может быть какая-то своя пошаговая система контроля, но хотя бы минимум делать такие действия, у вас уже будет своя статистика, и вы будете понимать, какие ошибки вы совершаете и каким образом вы можете их исправить. Также мы рекомендуем вам вести систему контроля и ваших уже текущих лидеров. Это от 3 до 15%. Потому что ваши лидеры 9-15% – это ваша правая рука. Это те, кто уже должны смотреть на вас и повторять ваши действия. Это те, кто уже должен коммуницировать со своими новичками 3-6% самостоятельно и обучать их также делать какие-то минимальные действия. Поэтому нужно обязательно контролировать каждую категорию ваших консультантов, вот, для того чтобы исправлять их ошибки, для того чтобы видеть их какие-то действия, и естественно для того чтобы видеть, какое количество новичков они приводят каждый каталог, кто из них является лучшим рекрутером, кого можно поощрить, кто совершает ошибки и так далее. Но в любом случае система контроля нам с вами необходима. И по окончанию каталога обязательно нам нужно подвести итог. И так нужно делать каждый период действия каталога. Что же мы подводим, каким образом мы подводим итог и что же мы там делаем? Естественно, мы вам рекомендуем подводить итог в виде вебинаров. То есть один раз в каталог вы можете проводить итоговый вебинар для вашей структуры, где вы будете поздравлять и награждать новые звания. Или хотя бы вы можете делать поздравительные дополнительные какие-то презентации в своих рабочих чатах и там уже поздравлять свою структуру. На что можно сделать акцент? Первое – это признание участников, конечно же, вышедших на новый уровень по маркетинг-плану. Каждый каталог, в любом случае, используя вот эти возможности и работая по нашей денежной акции, у вас будут появляться новые лидеры в ваших командах. Каждого нужно выделить, каждому нужно сделать красивую поздравительную картинку, написать пожелание от души и выложить в какой-нибудь ваш чат, либо это использовать уже для проведения ваших вебинаров. Также рейтинг результатов по акции в 1000 рублей. Вы можете сделать, например, дополнительную акцию «Лучший рекрутер» и смотреть, кто в вашей команде за период действия текущего каталога привел наибольшее количество новичков, которые обязательно приняли участие в нашей денежной акции. И этого человека обязательно наградить или хотя бы просто его поздравить. Далее, проведение розыгрыша и награждение победителей. Это мы говорим о том, что если вы делаете какие-то дополнительные акции для своей структуры. Помните, да, акции на 50 баллов, например, личного объема, либо если вы устраиваете рекрутинговую акцию, то есть для вашего новичка пригласи 5, 6 или 3 подруги, они сделают условия на денежную акцию, и ты получаешь обязательно какой-то приз, либо принимаешь участие в розыгрыше. Конечно, в конце каталога ваша задача подвести все вот эти розыгрыши, объявить победителей и наградить этих победителей. И также мы вам рекомендуем чествовать ваших лидеров или новичков, которые делают с легкостью 50 баллов личный объем, либо, возможно, 100 баллов личного объема и уже становятся VIP-консультантами. Сделайте для них просто какую-то отдельную поздравительную открытку, внесите эти все имена и фамилии, потому что это действительно здорово, когда такое большое количество лидеров у вас, в вашей команде делают такие действия, и их за это нужно награждать. Идем с вами дальше. Алгоритм, в принципе, очень прост. И работая по текущей схеме, то есть повторяя, да, 1, 2, 3, три простых правила, обучая свою структуру,
Будь примером для своей команды, рекрутируй сам и веди за собой людей. Три простых правила, если вы будете делать, соответственно, у вас будет шикарный просто результат. Сейчас я обязательно расскажу вам и отвечу на ваши вопросы, которые вы здесь нам задали. Повторю то, что мы отбирали вопросы от лидеров от 19 до 23%. Первый вопрос у нас состоит, в каком плане будет проходить марафон. И сразу идет у нас, как попасть на марафон. Марафон у нас будет проходить на официальном аккаунте Instagram с 8 по 12 апреля. Начинается он с 12 часов дня. Естественно, вы подробную информацию будете узнавать уже на сайте. Там будет конкретно написано время, потому что каждый спикер в среднем будет выступать 15 минут, и за 15 минут он будет рассказывать вам свой инструмент по рекрутингу. И, естественно, вы будете уже знать список спикеров и с какими темами они к вам придут. Поэтому каждый из вас может легко в определенный день зайти на официальный Instagram-аккаунт компании Faberlic и попасть на наш марафон. Добрый день, где будут инструменты, анкета и так далее. Эти инструменты с записями вебинаров, с записями наших, вернее, с презентациями, со всем остальным вы увидите на сайте компании Faberlic, но доступ к ним будут иметь только лидеры и директора от 19 до 23%. Есть пример теста на выявление потребностей, есть пример, а дальше вы уже можете этот тест уже переделывать под себя, менять вопросы и так далее. Так, Наталья, а каждого новичка нужно спрашивать о том, чтобы его добавить в чат? Или вы добавляете сразу всех, а те, кому не интересно, выходят сами? Вы знаете, очень важно продать свой чат, да? То есть не просто сказать новичку, я добавлю тебя в потребительский чат, и на этом все. Нет, чем вкуснее вы про это расскажете, тем, конечно же, с большим удовольствием ваш новичок сам захочет туда попасть. Поэтому я всегда преподношу информацию, то, что я вас добавлю в профессиональный продуктовый чат, где находятся лидеры нашей компании, которые в любое время смогут ответить на ваши вопросы, дать вам дополнительные рекомендации. Вы увидите отзывы о продукции, и это поможет вам, естественно, больше, да, полюбить наш продукт и не совершать ошибок при выборе продукта. То есть вот когда вы преподнесете именно в текущем ключе, поверьте, ваши новички будут с радостью сами проситься, чтобы добавиться в этот чат. Сколько новичку нужно давать информации? Здесь, если у вас идет от 3 до 6% вопрос, да, или прям вообще новым консультантам, здесь, конечно, все индивидуально. Сейчас я вам подготовила, вот на нашем тренинге вы узнали пошаговые действия, да, то есть вы добавляете его в чат, вы даете ему какие-то дополнительные акции. Плюс ко всему, вы на марафоне сами увидите, каким образом ваш новичок может заниматься рекрутингом, если вы будете его продвигать так, как я вам порекомендовала. Помните, да, создаем сами лично дополнительный чат, пиарим марафон, созываем всю свою структуру туда и каждый день обязательно проверяем, даем какие-то дополнительные мотивационные задания, возможно, давать домашние задания уже лично от вас и проверяем, каким образом ваши новички работают по текущему марафону. Вот, но как коммуницировать уже лидерам 15%, 3%, 6%, 9% и так далее, вы это узнаете на наших будущих тренингах, которые сейчас вы видите наверняка на слайде, да, то, что 3 апреля у нас пройдет такой же тренинг для лидеров, который будет проводить Оксана Богданович, рубиновый директор у нас также из Республики Беларусь. А 5 апреля уже будет коммуникация с лидерами 3-6%. Вот, и с вами будет уже Светлана Мельникова, золотой директор Москва. И, соответственно, там уже будет преподнесена информация именно для каждой категории лидеров, для того, чтобы вы не путались и знали, как правильно отрабатывать. Еще вопросы у нас появились. Как вы чествуете 50-бальников? Очень легко и просто. Если вы это делаете при помощи вебинаров, то тогда просто в поздравительном вебинаре, а как я вам рекомендую, да, то, что по окончанию каталога обязательно проводите поздравительный вебинар. Закончился каталог, вы можете сделать поздравительный вебинар на первый или на второй день уже после его окончания. И, соответственно, поздравляйте новое звание, поздравляйте по каким-то розыгрышам и сделайте просто отдельный список тех
консультантов, которые в вашей команде сделали личный объем 50 баллов. Внесите их всех на отдельную картинку, придумайте им какое-то пожелание и просто при проведении вебинара зачитайте их слова, расскажите, за что вы их поздравляете и, конечно же, передайте им свои пожелания. Если по каким-то причинам у вас еще не получается проводить вебинары, тогда вы можете подобного рода слайд, картинку сделать и отправить в свои информационные чаты, в которых находится ваша структура. И, соответственно, обязательно точно так же рассказать, за что вы их поздравляете, и дать красивые напутственные пожелания, чтобы они и далее продолжали делать такие же действия. Как вы учите новичков делать заказы на 50 баллов? Эта техника вся здесь есть. Да, мы вам показали, каким образом вы можете благодаря тестам выявить потребности у ваших новичков. И, соответственно, выявляя их потребности, вы уже будете знать, что они хотят. И попробуйте подобрать им тот продукт, тот ассортимент, который им необходим, из того, как они заполнили анкету. Далее очень важно вкусно рассказать о стартовой накопительной программе, потому что если новый консультант посмотрел стартовую программу просто на листовке, конечно же, она ему будет неинтересна. А если вы как наставник красиво преподнесете эту информацию, покажете стоимость этих продуктов, дополнительно дадите еще описание и отзыв каждого продукта, безусловно, конечно, тогда будет намного больше результатов. Плюс ко всему, на самом деле продуктовые чаты, они работают на ура. И если ваши лидеры будут находиться и потребители в продуктовых чатах, и там будет настроен алгоритм действий, то есть будут работать и дежурные, будут постоянно прописываться какие-то отзывы, и самое главное, будут проводиться маленькие марафоны по продукции. Вспомните, либо мини-марафон недельный, где вы в течение целой недели, да, рассказываете про весь наш ассортимент, либо уже такие детальные марафоны, где вы в течение целой недели рассказываете всего лишь про одну категорию товаров. Еще вопросы? Еще сейчас вопросы будут. Наверное, больше вопросов у нас нету. Поэтому, дорогие, есть еще немножечко вопросов, буквально. Как можно попасть на этот специальный аккаунт в Instagram? Конечно, у нас есть два аккаунта в Instagram компании Faberlic. Faberlic официальный news, там, где у нас идет все о новостях, и вот именно на нем у нас будут проведен наш марафон. Обязательно, конечно же, когда мы будем выкладывать на сайте всю информацию, мы преподнесем ее очень подробно и напишем, каким образом называется официальный аккаунт Instagram, для того, чтобы вы с легкостью могли на него подписаться. Но я думаю, что у ваших вышестоящих наставников и директоров в любом случае он есть, поэтому можете обратиться к нему, либо, может быть, кто-то сейчас прямо в комментариях может сбросить ссылку, вот, и каждый из вас может ее сохранить и, соответственно, уже подписаться. На какой базе вы делаете продуктовые чаты, Telegram или Viber? Здесь все зависит, вспомните, я вам показывала на слайде, когда вы делаете продуктовые какие-то чаты, здесь очень важно выбрать мессенджер. И выбираете мессенджер вы, но не тот, который удобен вам, а тот, который удобен вашим потребителям. Потому что все мы прекрасно знаем, что у нас многие бизнес-партнеры работают в Telegram. Но простой потребитель, если он не сталкивался никогда с Telegram, навряд ли он будет устанавливать его на свой телефон, на свой компьютер для того, чтобы там читать какую-то информацию. Вот, именно по этой причине мы предлагаем всегда несколько. Это либо Viber, либо WhatsApp. Но в Telegram у нас уже работа ведется исключительно с лидерами. Если же у вас другая статистика, если у вас с радостью потребители идут в Telegram, вы можете делать, конечно же, продуктовые чаты и там. Еще вопрос. Как быть с тем, что многие будут писать в чат в любое время, и это людям не запретишь? Или в чат в виде канала, тогда как обратные вопросы получать? Смотрите, это я понимаю, что про продуктовые чаты. Когда там идет общение со стороны потребителя, это очень хорошо. Это значит, вам удалось раскачать чат. Это значит то, что у вас потребители активные, у них есть вопросы. Они, значит, пользуются продукцией, если у них есть вопросы. И тогда дежурный, уже ответственный человек просто на них отвечает в течение целого дня. Но вновь сам дежурный лидер
преподносит информацию обязательно в вечернее время. То есть вспоминаем с вами с 6 до 8 часов вечера. Каждый для себя может выбрать любой промежуток. Да? Может у вас с 5 до 7 быть. Абсолютно любой промежуток, но моя рекомендация с 6 до 8. И в это время именно дежурный может и отвечать на вопросы, которые были в течение дня в текущем чате, и плюс писать отзывы и преподносить новую информацию. Но в любом случае, используя, например, Viber, вы можете научить ваших потребителей просто отключать звуковые оповещения для того, чтобы они постоянно их не раздражали, и таким образом ему будет абсолютно без разницы, какое количество сообщений прошло в текущем чате за целый день. Вижу, что больше вопросов, видимо, у вас уже нету, но в любом случае вы все знаете, где меня можно найти, да, ссылки на мои социальные сети тоже очень многие со мной дружат в друзьях, вы можете обращаться ко мне в личные сообщения, задавать вопросы, и, конечно же, я вам с радостью в этом помогу. Поэтому, друзья, напоминаю вам и приглашаю вас еще раз. 3 апреля не пропустите. У нас будет прямая трансляция с рубиновым директором Оксаной Богданович, которая вам расскажет алгоритм действия, каким образом вам выстроить свой план успеха для лидеров 9-15%, как вы можете коммуницировать своими новыми консультантами благодаря акции 1000 рублей «Расти все выше и выше». 5 апреля Светлана Мельникова, наш золотой директор Москва, расскажет, как нашим еще совершенно новым лидерам 3-6% коммуницировать со своими новичками для того, чтобы вновь вырасти и подняться на новые ступенечки лестницы успеха. И самое главное, с 8 по 12 апреля рекрутинговый марафон. К нему готовимся тщательно, поэтому не пропустите. Огромное количество инструментов и новых званий вы на нем узнаете, поэтому каждый из вас просто обязан его услышать. На этом у меня сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Стройте бизнес вместе с компанией Faberlic и становитесь успешными вместе с нами.